Рука нормальная. Там, кстати, не факт, что надо было, наверное, блин. Даже не знаю, хочу ли я циклить землю-то нужные. Рука очень медленная. Рука очень медленная. Да, пожалуйста. Хотя у меня сейчас будет 5, но блин. И разогнался. Так, вроде как все быстро и классно. Чего вот тут ставить только? Не совсем понятно. Ну, видимо, пока я эту кису. Били пока немного, да. Бывает. Даже не знаю, хочу ли я в атаку или нет. Наверное, хочу. Наверное, таки хочу. Красная есть. Че он опрокинул, кстати? Ох, ежик. Какая жесть. Ну, так и хочу все-таки циклить потом. Так, он что-то в атаку, по-моему, не ходил нифига, да? Значит, нужно попячиться. Кем идти, поциклимся просто. Да, ну ладно. Я там пока поциклюсь. Так работает. Слушайте, а так реально работает. Поехали. Блин. Это без маты. Бзды еще. Так,
Кисы сходим. Ну, поднимет, хрен с ним. Тут уже сложно проиграть. Брать большого с дороги. А, я еще ландроп могу сделать, да, правильно. Так, что дальше делаем? Да, всеми просто хреначить. Пофиг. Чувак насмотрелся мультиков. Такая что-то даже делает. Здесь меня там слышно нормально. Попробую. Понятно, но попробуем. Просто надо земли поднимать. Желательно зеленые. Желательно пораньше. Что я говорил?
Разложился-то, блин. Хьюстон, что-то это... Мне это не нравится. Надо что-то поднимать. Ну, оставить Уэтли в одном. Блин, придется обоих чампать. Что-то как-то да, тут, блин... Потапать, чтобы чего? А, не может быть заблокирован? Ну да, снес. Правильно. Неприятно. Блин. Так не то, чтобы прям вот офигенно. Он же тут мне это... Отфигачит по полной программе сейчас. Надо что-то поднимать. Что-то не подсказывает, даже если у меня будет второй Dusk Dawn, я все равно вот этой штукой буду играть. В таких матчапах они очень нужны. Жахнули. Ну, прист мало спасает. Так, надо, наверное, вот это немножко убавить. Немножко хотим погинить хиточков, подроваться и так далее. Кумена, конечно, сложно. Сложно. Когда нет ремувала сразу. Начинается дичь. Сейчас теперь надо нормально потапаться, главное. В общем, будем гейнить немножко хиточков. Шанс маленький еще есть. Что-то сделать в этой игре. Ну, квесты хотя бы сделать. Ой, блин, сейчас... Не, он решил... Ну окей, ладно. Дротс тоже полезен. Раскачать всех он еще успеет. Фух, ладно. Почампаться я могу долго. Блокабл. Ну, фигакнет намного, окей. На следующий ход, я не знаю, там, надровывается или тап всех, или что-то в этом духе. Не знаю, флаг на котов. Потапаться только надо правильно. На всякий. Как-то так. Просто хочу, чтобы приз сдох. Там, правда, есть риск получить ответный летал. Ну, блин, так он меня иначе может на следующий ход просто убить.
это как-то будет не очень. 7-9. Ну да, у него практически летал. Если я сейчас в атаку не иду. Я с этим летал, я ничего не сделаю иначе. Типа, блин, он меня просто летал, он в ответку убивает. Да. И все грустно. Ну, я сделал, что мог. Там на... Реально дофига, 14-18-21, там, короче, это с запасом. Там на 30 с чем-то выходит повреждений. Окей. Скоро будет еще пачок, наверное. Телефон надо на зарядку поставить. Так, сейчас надо проверить кое-что. Да. Кипаем, что. Третью только поднять под монумент, и все будет шоколадно. Сколько сейчас играет? 25 земель вроде. 24 для этой деки маловато. Даже с четырьмя кастаутами, чтобы циклить. Без продров такой достаточно сложный. Типа у Атли. Сейчас будет такая дискотека вообще на следующий. Если это не снесут быстро. Форест немножко малину портит. Ну ёперный карась, ну чё за байда? Ну держи тогда. Давление вроде не оказывает. Ну блин, это вот очень было неудобно. Там такая базовая дечка. Серьезно, за... Мисклик? Мисклик. Смысл атаковать. Ну да, пара карт подровые, да. Ровно. Сейчас немножко погенимся. Лучше бы подровались. А, арка теперь включена, но... Я бы не сказал, что это настолько важно.
Тут можно, кстати, в 7 атак сходить, по-моему. Примерно ради этого. Как-то так, короче. Да, наверное, всеми. Чё там? Я, собственно, хочу убрать этого чемпиона с дороги. Да, давай. Вот и на чем. А кого он там убрал? А, другого, да. Так работает, слушай. Так работает, так он в итоге обоих убрал. Неприятно. Так было неприятно. Но это пофигу. Окей, хотя бы у него с экшеном так себе. Не заложился на ремувала, но, блин, это... Мне кажется, я так... А далее... Идти всеми в атаку, что ли? Не, сейчас, наверное, будет не особый план. На следующий ход можно смело всеми кидаться в него. Ну тут даже не знаю, как поступить. Просто стоять, подрываться. Ну хотя такой вот, по-моему, классный. Да, ставить ему неудобств. Ну, блин. Все есть. Прям все есть у чувака. Ну, мы чем-нибудь надроваем. Вкусного. Типа такого. А, там байндинг на процессе, поэтому не могу кастить. Вообще противно. Значит, надо это додроваться до своего кастаута или чем-нибудь такого. Тогда будет весело. У нас пока стояние. Но у меня-то ресурсов больше. И карты в колоде немножко лучше. Вообще пофигу. Он может мне ходов 10 им пинать, мне будет пофигу.
Ну-ка. Вот, так работает. Правда, флаер там у него, но я все равно ее заюзаю. Короче, по-моему, он тут немножко слил. Потому что я его передровываю по полной программе. Поздно. Поздно пить боржоми. На 4, правда, сбегает Уатли, но я все равно и ультимейт скажу. Или... Стоп, на 4. Это будет 9. Надо было Дюну ему юзать сейчас. Дюну юзай, чувак. Чувак, юзай Дюну. Почему меня-то идти в атаку? Вот. Краб. Боже, пофигу. Во что? В приста одного, что ли, будет говорить? Но-но. Но-но. А, в кошку одну сказал. Ну, это понятно. Дальше думать. Дальше думать. Процессию как-то это вытаскивать. Но это я могу сделать и потом. The power of the exiled card. То есть вообще пофигу. То есть вообще пофигу. О, можно этих освободить, будет вообще веселуха. Правильно. Так, затапцаны, правильно. Стал второй подняли. Как все приятно. Может, надо было в атаку идти, не знаю. Лордик пофигу уже. Лордик уже слегка пофигу. Ну да, уже пофиг. Она свое дело сделала. Сейчас будет весело. Так. Райс. Двайс. Трис. Зош. Ой, блин. Да, это было тупо. А мне не хватит на процессию. А, я все равно ее кастить не могу. Блин, ладно, что-то я лажанул, ну ладно. Нет, неправильно. Не за эти шиши. Так. Ладно, слил 3 мана. Никуда. Так, три. Ну, сейчас мы же сначала по касте посмотрим. Почему? Не, один приходит, да. Все правильно. Просто земля. Ну, кроме Ларда, соответственно.
Да, без проблем, вообще пофиг. Там ничего не сдохло, потому что что? А, он пропустил большую часть. Ну ладно. Да. Реально. Без проблем, чувак. Ты столько не отхиляешься. Никогда. Ну, разве что, если своим всем лайфлинг раздашь. Ну, я почампаюсь немножко, ладно. Договорились. Я могу, собственно, все пропустить, вообще все. По идее. У него один там лайфлинкер. Не суть вообще. Можно было вообще все пропустить. Красиво. По-моему, это было красиво. Немного не хватает на пак. Но на сегодня, наверное, хватит тестов. По крайней мере, с этим клиентом. Будем проверять, что как по звуку было. Ой, спасибо, если кто смотрел. Это воскресное утро. Покедова.